14 мая в Большом концертном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялась торжественная церемония завершения 11-го учебного года по программе «Университет третьего возраста». Сотни слушателей этой программы посетили концертный зал «Уникса», чтобы поздравить друг друга с окончанием очередного учебного года. Для нас сегодня большой праздник, выпускной. Более 3000 в этом году обучалось студентов третьего возраста, и сегодня мы их почествуем, выпускников этого университета третьего возраста. Проект «Университет третьего возраста» основан в 2007 году в рамках развития социального обслуживания пенсионеров и является дополнительным общеразвивающим обучением. Завершая учебный год, я считаю, что он удался в этом году очень даже, потому что мы получили новые какие-то знания, новые впечатления, новые эмоции, новые силы. А задуман он с целью помочь пожилым людям ориентироваться в современных условиях. Одни смогли научиться здесь компьютерной грамотности и теперь с легкостью общаются в интернете со сверстниками и получают полезную информацию. Другие пополнили копилку знаний о законах и льготах для пенсионеров. Отличительной чертой программы в этом году было обучение слушателей финансовой грамотности и английскому языку. В этом году поступила на английский факультет. Я рада от души, я так мечтала выучиться английскому языку. Как и положено, по завершению программы все слушатели получают сертификаты об окончании обучения. Диана Паскарь, Ленар Давлетьяров, Универньюз.